Привет, давай посмотрим, где он, с кем он, что он делает сейчас. Да, на эти такие вопросики поотвечаем. Вернее, карты будут отвечать, и я ясновидящий. То есть мне не нужны никакие атрибутики в виде свечей, черепов и все такое. Мне, в принципе, даже и карты не нужны. Но так как я должен вам передать информацию, это больше визуализация, естественно, и через голос. Поэтому карты будут вам сами рассказывать. Итак, вопрос, где он, с кем он? Как у него сейчас дела? Пытается прийти к миру, помириться. Пытается найти это. С кем он хочет помириться? Тому, кто кому сделал больно, но вышел оттуда героем. Меч, видишь? Он тот, кто сейчас смотрит, с ним хочет помириться. Ответа четкого нет. Но кому сделал больно? От кого открещивался? От кого уходил? Вот эта вот карта говорит. Видите, как борется, боролся. То есть это не война, это просто они палками дерутся. Отталкивает. Вернее, кого оттолкнул, вот. Если тот, кто сейчас смотрит, вас как раз-таки он оттолкнул от себя, значит, он хочет с вами помириться. Вот, все, разгадали. В дальнейшем, какие перспективы именно у него будут в жизни вообще? Будет бороться и побеждать, потому что так желает. И что дальше после этих желаний? Того, кого он потерял, вот женщину, вот он смиряет льва, он будет возвращаться к ней, потому что ему было нравилось это. И будет полностью обнуление, обнуление всех чувств, обнуление. Поэтому без магии четко вера должна быть. Вот видите, как крест, вера. Вера. Ваша вера. Сейчас спрошу, чья именно вера, его или чья вера. Ну, тут вера, подождите, вера должна обоих, видите, вот они танцуют. Вера обоих должна быть. И тогда, и что тогда, карта, скажите. И только тогда ваша встреча состоится весной. Вот я вижу апрель. Вот, верьте друг другу. Доверяйте друг другу, не делайте пакости друг другу, и ждет вас успех. Вот такой расклад для вас. Поставь лайк обязательно, а то не сбудется.